Ребята, привет! Сразу вопрос. Какое самое популярное приложение у вас на телефоне? Чем вы чаще всего пользуетесь? Ставьте на паузу и напишите в комментариях под видео. Напоминаю, что все комментаторы участвуют в розыгрыше криптовалюты. Я думаю, все уже догадались, да, кто-то посмотрел комментарии, кто-то вспомнил свой телефон или зашел и посмотрел. Это, естественно, мессенджеры. Кто-то в WhatsApp общается, кто-то старой Аськой пользуется. Я не знаю, сейчас она до сих пор осталась или нет, но у меня в памяти она осталась. Наверное, у многих она осталась в памяти. Но, ребята, смотрите, а что если я вам скажу, что совсем недавно был выпущен новый мессенджер, который, во-первых, сделан по технологии Web 3.0. Естественно, вы знаете. Если не знаете, я вам в дальнейшем расскажу, что это такое. На блокчейне. В двух словах, чтобы вы понимали, если кто-то еще не знает, что такое блокчейн, все ваши данные будут защищены, вас не взломают, ваши данные не сольют, на вас не возьмут кредит. Регистрация без каких-то смс, там, без каких-то симок, без каких-то привязок к телефону. Все делается для вашей безопасности. Но это еще не главное. Смотрите, ребята, самое главное, что в данном мессенджере вы будете не просто общаться, а в дальнейшем вы сможете еще и зарабатывать деньги. И зарабатывать деньги вы сможете несколькими способами. Если вам стало интересно, досмотрите до конца это видео. Итак, буквально пару месяцев назад был выпущен децентрализованный мессенджер. Он так и называется DEM, сокращенно. В нем как раз и собраны были все самые такие прогрессивные, самые трендовые возможности Web 3.0. Это полная свобода, полная децентрализация, никакой привязки, никаким паспортным данным. Вы регистрируетесь даже без использования там сим-карты, не привязывается это к телефону. Но еще что самое интересное, на нем можно зарабатывать. У него есть своя криптовалюта, в нем уже внутри реализована функция отправки криптовалюты, вы можете использовать его как кошелек, можете отправлять, получать криптовалюту. Плюс, что еще немаловажно, в дальнейшем вы сможете зарабатывать на том, что вы общаетесь в этом мессенджере. Будут свои платные каналы, будут платные чаты, которые вы сможете монетизировать тем, что, например, как люди зарабатывают на том же YouTube, на том же там Инстаграме, ну там нужно продавать рекламу, делать там контент, как-то там какие-то набирать какое-то количество своих пользователей, ждать там, опять же, это централизованные сервисы, которые в любой момент могут забанить ваш аккаунт, удалить ваш аккаунт, и все ваши деньги, все ваши заработанные деньги вы просто потеряете. Здесь абсолютная децентрализация, никто ваш аккаунт не сможет удалить, так как он присутствует в блокчейне, его удалить уже невозможно. Вы сможете зарабатывать на том, что будете создавать свои чаты платные, каналы, как сейчас происходит, например, в том же Telegram, там подписки введены, но здесь вы сможете зарабатывать не просто там рубли или доллары, вы сможете зарабатывать криптовалюту, которая в самом начале, которая стоит сейчас там буквально там несколько рублей, но это можно рассматривать и то так же, как какие-то, например, акции Apple или каких-то там Microsoft, которые ну, только начинали. И здесь очень огромный потенциал роста, потому что, опять же, возвращаемся, это тренд, так же, как это было с Apple в самом начале, так же точно сейчас Web 3.0 – это тренд номер один. Многие сейчас корпорации туда присматриваются, много людей очень туда уходят и видят возможность как свободно жить, безопасно общаться, так и зарабатывать деньги. Это в двух словах о новом мессенджере, о новой технологии, о Web 3.0. Ребята, подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Ставьте лайки, если вам интересно. Опять же, пишите комментарии, задавайте в комментариях вопросы, потому что сегодня такое короткое видео я постарался, максимально короткое видео, где я рассказал только в основном о технологиях и возможностях. Дальше будет целая серия видео, расскажу, как можно зарегистрироваться, как можно зарабатывать. Здесь очень много возможностей заработка в данном проекте. Поэтому оставайтесь на связи и всем привет.